Так. Ну что, уважаемые люди, мы начинаем нашу официальную часть. Позвольте. Мы начинаем. Декларация о коммуне ШИЭС. Настоящим заявляем, что к сегодняшнему дню в населенном пункте железнодорожная станция ШИЭС Ленского района Архангельской области сложилась община людей, имеющих общие интересы, ресурсы, занимающихся совместной деятельностью. Мы назвали эту общину «Коммуна ШИЭС». Главные цели коммуны ШИЭС – сохранение экологически чистой среды населенного пункта железнодорожная станция ШИЭС, сохранение естественной природной среды на территориях, прилегающих к населенному пункту железнодорожная станция ШИЭС. Основные принципы деятельности коммуны ШИЭС. Принятие решений по общему согласию большинством голосов. Не иерархическая структура. Экологичный и здоровый образ жизни. Членами коммуны ШИЭС являются граждане, фактически проживающие в коммуне по зову сердца, в том числе и временно. Членами коммуны не являются граждане, находящиеся в данной местности в силу обязательств административного распоряжения или договора, например, полиция, строители, работники охраны, железной дороги и так далее. В целях самоуправления в коммуне ШИЭС может выбираться уважаемый человек для координации текущей деятельности. Коммуна ШИЭС, как правило, не ведет документооборот, руководствуясь своими устными решениями. Место проживания членов коммуны ШИЭС – населенный пункт железнодорожная станция ШИЭС. Прошу проголосовать за принятие данной декларации. Кто за? Пожалуйста, зафиксируйте. Фотофиксация. Зафиксировали? Спасибо. Кто против? Так, не вижу. Никого нет. Кто воздержался? Решение принято единогласно. Декларация о создании коммуны ШИЭС принята. ШИЭС наш! 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 Ура! Мы победим! 15 сентября 2019 года. Документ подписан. Спасибо за внимание.